конце прошлого года деятельность колл-центра Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию была адаптирована к современным требованиям. Об этом сообщила руководитель центра Нармина Рамазанова на дне открытых дверей, организованном для представителей СМИ. Были проведены соответствующие работы по совершенствованию системы приема, автоматической регистрации и оперативного реагирования на обращения граждан. Колл-центр агентства обслуживает несколько горячих линий. Это, собственно, колл-центр агентства, линия по получению информации о инвалидности, линия для получения направления, линия для получения информации о коронавирусной инфекции, а также контактная линия с оператором. С ноября введена в действие новая линия по обязательному медицинскому страхованию. Позвонив на нее, граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы о порядке выдачи направлений в государственные и частные медицинские учреждения в рамках государственной программы ОМС. Новая линия – это третья по поводу выдачи направлений. За период до сегодняшнего дня туда поступило где-то 3986 обращений. Также с ноября месяца у нас появилось разделение, языковое разделение. То есть сейчас гражданин, позвонив 1542, может выбрать азербайджанский или русский язык. И также до сегодняшнего дня на русскоязычные линии поступило где-то 1171, если я не ошибаюсь, звонок.